Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Сегодня я вам покажу готовую оформленную работу, которая называется «Весенний салют». Как вы помните, это вышивка бисером. Размер готовой вышивки 27 на 35, серия B22. Если вы смотрели мои предыдущие видео, вы могли видеть, что у данного набора есть схема. Вы могли видеть мой способ крепления бисера. И давайте сначала посмотрим остаточки всего бисера. Бисера осталось всего понемножку, все хватило, все в порядке. Итак, белый номер один. Посмотрите, некоторых цветов осталось очень немного. Номер два, молочный цвет. 3-4 остались. Еще хорошо. Зеленых оттенков их 4. Осталось еще прилично. На второй отшив никакого цвета, скорее всего, не хватит. Но для того, чтобы ориентироваться, наверное, еще прекрасный 10, 11, 12 синие-голубые оттенки. И 3 оттенка фиолетовых. Посмотрите, есть цвета, которые остались совсем в небольшом количестве. Такой вот светло-светло-сиреневый. Совсем его немножко. Ну и давайте наконец-то посмотрим готовую, оформленную уже теперь работу. Вот так она выглядит. Оформляла я ее в широкое паспорто, тоже такого молочного цвета, тоненькую рамочку. Это не дерево, это пластик. Очень похожа эта третья картина с одной серии, с одной фирмы. И я старалась оформить все три картины примерно одинаково. В одну и ту же рамочку с одинаковым по размеру паспорту. Долго я подбирала, какой же цвет паспорту сюда подойдет. Как вы видите, фон разноцветный, но очень хочется придать нежности. Еще раз давайте ближе покажу, что же получилось у меня в отшиве. Вот такой радостной новостью я с вами сегодня поделилась. Скоро эта картина уйдет на подарок. Надеюсь, этот подарок будет оценен именинницей. Еще раз остаточки бисера. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо разработчикам этого дизайна и упаковщикам, и вообще фирме «Радуга бисера», потому как я уже вышивала много достаточно работы от этой фирмы. Нигде ни одного недочета. Всего бисера хватает. Бисер достаточно ровненький. Схема проработана красиво. Результаты меня всегда радуют. И радуют всегда моих зрителей, друзей, коллег и всех, кто видит эти работы. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.